Всем привет, мои дорогие! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Сегодня, как вы, наверное, уже поняли, я буду себя украшать. Я покажу вам, что нового появилось у меня из украшений бижутерии. Я намеренно не говорю слово коллекция, потому что, ну, коллекции у меня уже сейчас никакой нет. Все достаточно скромно, в небольших количествах, и вообще все, что касается украшений, на сегодняшний день много чего поменялось. Бижутерия и украшений стало значительно меньше, как-то я стала более избирательно к этому подходить, и можно сказать, что вот этот бум бижутерии, который у меня был в позапрошлом и прошлом году, я пережила, я уже от этого всего исцелилась. Но у меня с многими вещами так бывает, и, наверное, у многих, скажем так, эмоциональных натур, когда вот я зажигаюсь, мне чего-то хочется, этого чего-то у меня становится очень много, но постепенно я от этого излечиваюсь, энтузиазм мой иссякает. Вот то же самое было и с бижутерией. Из того, что кардинально поменялось, сейчас у меня новый бум, у меня сейчас бум белых, назовем это так, украшений. Украшений в цвете металлик. Золото как-то, видимо, золотой цвет и золото мне уже надоело. Теперь у меня серебро, бижутерия холодных оттенков, ну и что-то есть из белого золота, но немного. В основном это все-таки бижутерия и серебро. Многие свои украшения я заказываю в интернете, потому что у нас в городе выбор более чем скромный. По крайней мере, я редко могу найти себе что-то такое, чтобы мне понравилось. Начну я, наверное, с того, чем я украшаю шею, декольте. У меня два вида подобных украшений. Это тоненькие изящные цепочки, не более 40 сантиметров, и не менее изящные кулончики. И второй вид — это массивные украшения, но их я ношу значительно реже, в основном, когда снимаю видео или куда-то выхожу вечером, или, может быть, какое-то мероприятие. Летом тоже часто ношу массивные украшения, но в основном все-таки комфортно я себя чувствую на каждый день, подчеркну, когда у меня что-то легкое, аккуратное, изящное. Первое — это вот такая изящная цепочка с кулончиком. Вы могли видеть это украшение у меня не раз и не два в моих последних видео, потому что мне действительно очень нравится это украшение. Очень изящно, очень женственно смотрится, ничего лишнего, очень все аккуратно. Кулончик тоже очень аккуратно выполнен, небольшое количество камушков, очень гармонично. Я вообще очень не люблю наличие большого количества каких-то грубых камней, не знаю, стразы и все остальное в этом роде. Поэтому для меня обязательно вещь должна быть изящная, аккуратная, и такие вещи, мне кажется, всегда выглядят, такие украшения всегда не выглядят дешево, скажем так. Поэтому я его очень нежно и трепетно люблю и очень часто надеваю. А следующее украшение тоже такого же плана, но это уже бижутерия, покрытая родием. Но надо сказать, что для бижутерии достаточно дорого она стоила, ну и смотрится при этом она, на мой взгляд, очень даже неплохо. Подвеска, как видите, крестик, и на нем такие мелкие-мелкие камушки. И тоже совершенно не дешево, не вульгарно все это смотрится. Они очень аккуратные, эти камушки. А украшения, которые покрыты родием, они всегда очень долго сохраняют яркость, они сохраняют блеск. Они долго не темнеют, не тускнеют, и, в принципе, я думаю, в них стоит вкладывать деньги, потому что будет долго радовать и долго будет хорошо выглядеть. Следующее украшение отличается от того, что я вам показала ранее. Это вот такая серебряная цепочка, она уже на значительно длиннее, 80 сантиметров. Это серебряное изделие, и на самой цепочке прикреплены к самой цепочке украшения. Вот такие камушки, вставки на нем имеются. Это три аметиста. На мой взгляд, очень оригинальное изделие, необычное. Я, честно говоря, не люблю слишком вычурные какие-то вещи. Но здесь сочетается элегантность, наверное, женственность, нежность, изящность, но в то же время какая-то современность. Вот именно это именно то, что я обычно ищу в украшениях. И хотя, как я уже и сказала, я предпочитаю все-таки коротенькие цепочки для разнообразия, что называется, я заказала себе еще вот такую длинную. Все-таки стили, я думаю, в коллекции украшений должны быть разные, потому что, ну, и одежду мы надеваем разную, настроение разное, поэтому, наверное, под каждый стиль, под каждое настроение не мешало бы иметь разные украшения. Далее я вам покажу новые серьги. Я заказала себе две модели абсолютно противоположные по стилю, но, в принципе,
Именно так я и хотела. Во-первых, вот такие милейшие серебряные капельки, очень они мне нравятся. Это действительно настолько изящные, настолько красивые, настолько женственные. Они меня, конечно, радуют каждый раз, когда их надеваю. Значит, здесь камушки, вставки, это фианиты. Здесь 78 фианитов. Очень, на мой взгляд, красивые, нежные, очень крепкий, качественный замочек, но при этом он очень изящно выполнен. Вообще, безусловно, изделие очень качественное, и такие украшения носить всегда очень приятно. Модель, мне кажется, действительно очень женственная и красивая. С большим удовольствием ее ношу. Как я уже сказала ранее, видно очень хорошо невооруженным глазом мое увлечение белым металлом. Такое новое увлечение. Ну, я даже рада, потому что я никогда не стою на месте. У меня постоянно что-то меняется, появляются какие-то новые желания. И это, по-моему, здорово. Ну, еще одни новые серьги. Совершенно не похожи на предыдущие. Ну, понятное дело, я всегда стараюсь выбирать разные модели, чтобы их можно было носить под разные стили. Модель уже более сдержанная, это тоже серебро, но мне эта модель показалась действительно оригинальная. Здесь фианиты, 52 фианита. Эта модель не имеет замочка, как видите, просто она надевается вот такой крючочек, и, на мой взгляд, очень оригинально, не банально, самое главное, чего я больше всего не люблю. Очень аккуратная, изящная модель, но при этом они, как сказать, они не яркие, но при этом они достаточно заметные. Мне, по крайней мере, они очень нравятся. Красиво, на мой взгляд, смотрится, изящно, аккуратно, современно, очень стильно, поэтому я довольна. Также, наверное, вы уже заметили, у меня появился новый браслет SoyuFeel. Я его не покупала для тех, для кого это принципиально важно. Мне его прислали. Естественно, я слышала и много разговоров на эту тему, много видео, настоящий, не настоящий, серебро, не серебро. Мне нравится, как он выглядит. Он за время носки, это, наверное, где-то 4 месяца, не потемнел, не почернел, не что там еще с ним могло произойти, не поржавел. Все с ним хорошо, замечательно, выглядит он хорошо. Я выбрала мягкий браслет, хотя сейчас, так же, как у Пандоры, SoyuFeel появились браслеты твердые, если это можно так сказать, которые не гнутся. Я уже пожалела, мне надо было все-таки взять тот. Ну ладно, этот тоже красивый. Насчет того, что детское украшение, это, знаете ли, все относительно, это дело вкуса. Мне нравится, я ношу с удовольствием, радуюсь и очень довольна. Поэтому, ну вот, просто показываю вам, что у меня появилось нового. Также я хочу показать вам два своих новых объемных колье. Одно из них вы, в принципе, уже видели в одном из моих видео. Это действительно вещь, которая меня очень порадовала. Я вообще таких стоящих, скажем так, вещей, что касается больших колье, в нашем городе точно не встречала. Это я заказывала, ссылка, естественно, будет внизу. Это, я так поняла, колье из каких-то и камушки, и бисер. Вот, честно говоря, не могу понять точно, что это за камушки. Естественно, это камни не натуральные, понятное дело, но мне кажется, что очень стильно смотрится колье, и вот этот цвет, он сочетается с многими, скажем так, оттенками одежды. И черный, и белый, и, наверное, и под коричневый холодный можно надеть, да, масса однотонных каких-то вещей. Очень-очень-очень мне оно понравилось. Я буду с удовольствием носить. Я думаю, что и под рубашку, и под, не знаю, блузку, под кофту, под все что угодно. Я очень довольна. Оно действительно красивое. В принципе, не сильно дорого оно стоило, но тем не менее, когда я его получила, была очень рада, что оно действительно выглядит не хуже, чем на картинке в интернет-магазине. Ну что ж, вот это все мои новые украшения, пополнение моей коллекции украшений. Как видите, их немного, потому что энтузиазма в этом направлении у меня поубавилось, и как-то все это более избирательно, наверное, сейчас происходят все эти покупки. А в любом случае, конечно же, украшения женщине необходимы. Это, наверное, некая точка в вашем образе. Украшения, аксессуары — это то, что образ делает законченным, и, наверное, хочется, чтобы их было все-таки больше, разных стилей, разных цветов, разных размеров. Все, в принципе, в хозяйстве пригодится. Я думаю, что, наверное, вот это
как это сказать, желание украшательства, украшать все вокруг, украшать себя, наверное, с этим женщина рождается, и нам уже от этого никуда не деться. Обязательно пишите о вашем отношении к бижутерии, к украшениям. Может быть, вы носите только ювелирные украшения, может быть, только бижутерию, может быть, и то, и другое. Вообще, все, что вы думаете на эту тему. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте пальчики вверх. Я, помнится мне, никогда об этом не упоминала, но мне, признаюсь, всегда очень приятно, когда вы этот самый пальчик ставите. Значит, вам видео понравилось, значит, я не зря все это делаю, и значит, есть смысл продолжать и дальше радовать вас своим видео. На этом все, я с вами прощаюсь, скоро весна, хорошего вам весеннего настроения, до встречи, пока!